Мої вітання глядачам 8-го. Інформаційний день триває. Далі говоритимемо про концесію, оскільки закон про концесію вже ухвалений українським парламентом. Власне, як це державно-приватне партнерство відіб'ється на наших українських підприємствах та морських портах, ми говоритимемо, знайомтеся з нашим гостем Райвісом Вецкагансом, керівником адміністрації морських портів України. Мої вітання. Добрий день. Перш ніж ми поговоримо з вами, власне, про концесію, про імплементацію цього важливого для України закону і для інвестиційної привабливості, хочу запитати, в якому стані сьогодні галузь. Думаю, українцям буде дуже цікаво, так як ви знаєте повністю всі і проблеми, можливо, і якісь вже перші перемоги. Договорились. Перше питання, в якому стані галузь сьогодні морських портів? Ну, в цілому, якщо ми аналізуємо ситуацію по об'єму грузопереворота, який сьогодні ми бачимо в портах, то ми можемо сказати, що об'єми увеличились. По сравнению з прошлым роком ми маємо увеличення 19%, що, в принципі, дуже добре, і в цьому показателі ми являємося одним із перших в Чорноморському басейні. Тому, це той позитивний фактор, який на сьогоднішній день дійсно існує. Він зв'язаний як з розвитком економіки, так и с тем, что в некоторых направлениях грузопереработки, которые являются главными в портах, это агросектор, это металлургическая продукция, это руда, есть хорошая конъюнктура рынка. И наши клиенты, клиенты портов, экспортеры, они заинтересованы больше экспортировать. И совокупность вот этих факторов привела к таким цифрам. То есть платформа для развития и текущая ситуация именно с этой точки зрения, она оставляет быть позитивной, но естественно, что у нас есть институционные проблемы, есть те проблемы, что отсутствие реформы, поэтому мы очень довольны тем, что, как вы уже сказали, парламент во втором чтении одобрил закон о концессии. Довго чекали ухвалення цього закону, власне, і які, можливо, сьогодні, ви сказали про якісь стратегічні інституційні проблеми, які сьогодні основні відсутність реформи? Перше, в якому вигляді ви бачите реформу, власне, морських портів і галузі в цілому сьогодні, чого не вистачає? І їм потрібно повністю там переробити, повністю всю структуру. Якою ви бачите її реформу? Дякую за питання. Я би хотів підчеркнути, що, мабуть, можна сказати, що початок реформи почалося в 2013 році, коли був прийнятий закон о морських портах України, коли було розподілення функціоналу іменно в державних портах, розподілив на дві направлення. Перше – це стівдорна діяльність, яким займається іменно державна стівдорна компанія. Друге – це адміністрація морських портов України, которые занимаются развитием портов во всех портах Украины. К сожалению, это было очень хорошее начало, был принят закон, распределены вот эти функционалы, которые я обозначил, но после этого не последовало следующих действий, которые были предназначены для того, чтобы создать эффективные условия работы, унифицировать эти условия во всех портах. И сегодня, наверное, в этом ключе мы испытываем эти проблемы. Ну, первое, что за этот период времени, к сожалению, не было принято решение правительством и парламентом о трансформации государственных стивдоров либо в приватизацию, либо государственно-частное партнерство. В прошлом году наконец-то была принята национальная транспортная стратегия до 2030 года, в которой четко было обозначено, что государственные стивдорные компании должны быть трансформированы в государственно-частное партнерство. А если мы анализируем рынок, на сегодняшний день меньше 20% именно в секторе занимает только государственная стивдорная компания. То есть до этого в начале реформы было 40%. Соответственно, они теряют конкурентоспособности, не инвестируют в развитие технологий, не рождают новые рабочие места. Наоборот, трудно даже удержать те, которые сегодня сотрудников, которые работают. И мы знаем, что в маленьких портах, которые убыточны, такие проблемы существуют. То есть это первая проблема, которая существует в нашей отрасли. Вторая, наверное, я бы обозначил, это отсутствие продолжительности именно реформы трансформации администрации морских портов Украины в более удобные, понятные для развития отрасли и международной практики модели управления портами. Да? То есть сегодня у нас одна государственная компания на все порты, и связи с местными властями очень мало. И сегодня, например, такой фактор, как управление землей, регулируется местными властями, городом и областью. А администрация морских портов Украины находится буквально рядом.
рядом. И это создает определенные конфликты управленческие, финансовые. Відсутність коммуникации есть. Не только коммуникации, нету понимания планов развития, которые должны быть. Загального одного. Да, и поэтому мы испытываем такие проблемы, когда у нас есть строение, например, в портах по объемам перевалки 2 раза больше, нежели в порт можно доставлять грузы, потому что как бы это немножко другая как бы вертикаль. Это как бы вторая проблема, наверное, такая институционная. И третья, это, к сожалению, если мы оцениваем именно финансовое управление государственными стивардовыми компаниями и администрацией морских портов Украины, то начиная с 2013 года, например, дивидендная политика государства была абсолютно разная. Да? То есть, если в 2013 году государственные стивардовые компании, администрация морских портов Украины уплачивали 30% дивидендов от прибыли в бюджет, то в прошлом году, например, это было 90%. Ну, инфраструктура развивается долгосрочно, и нужна последовательность действий и придерживание сквозной политики. Да? Поэтому мы очень надеемся, что и новый парламент, и новый кабинет министров, и наше Министерство инфраструктуры будет придерживаться уже долгосрочной стабильной политики, которая дает развить галузь. То есть вот, наверное, три основных проблемы, которые вижу, предстоит перед нами, и у нас есть решение на эти проблемы. До речі, про рішення цієї проблеми поговоримо трохи далі. І от мене зацікавила та проблема, про яку ви сказали, відсутність взагалі комунікації там з місцевою владою, власне, як з нею боротися, створити якусь одну мережу, створити, можливо, якусь одну онлайн-платформу, де це все буде моніторитися дуже швидко. Як вирішити цю проблему, власне, другу, про яку ви сказали, про відсутність комунікації і якоїсь одної стратегії в цілому? Так. Примерно полгода назад мы обратились к Мировому банку, и Мировой банк реализовывал такую большую аналитическую работу, именно проанализировал именно ситуацию в портах Украины, поскольку у них есть большой опыт по трансформации именно отрасли в других странах. И буквально, я думаю, в течение пару недель будет выдан финальный отчет, в котором четко обозначено, что по мировым практикам самая лучшая система управления портами – это модель Landlord, когда именно один орган, как администрация морских портов Украины, развивает порт с точки зрения стратегии, управляет земельным банком, потому что порт – это не только вода, это вода и земля, это географическое место, которое направляется на развитие именно транспортной инфраструктуры по перевалке как бы грузов. И для того, чтобы мы могли тоже эффективно управлять, нам нужно трансформироваться от сегодняшней системы, когда у нас одна государственная компания по всем портам. Да, и это, кстати, довольно уникальная вещь. Только вот в Южной Африке есть, недалеко от здесь у нас в Болгарии, да, но на 13 портов это действительно такая уникальная вещь. И, соответственно, как бы мы должны трансформироваться. Ну, если простым языком говорить, мы первый шаг, мы должны стать акционерным обществом, чтобы те активы, которые сегодня передали нам на баланс, или какие активы, например, причалы и акватории, они были собственностью компании. И второе, это совместно с местными властями, более, наверное, здесь можно акцентировать именно Одессу и Николаев, создавать совместные предприятия и уже через один центр управлять развитием этих портов, решать стратегические вопросы, решать вопросы экологии, планировать транспортные потоки, то, что я... Все в комплексе параллельно. Естественно, да, то есть это одно решение. И хотелось бы еще добавить, что очень приятно то, что, например, министр инфраструктуры уже в новом кабине тоже поддержал нашу инициативу, что нужно утвердить еще стратегию развития всей отрасли 2038, в которой мы тоже обозначили главную как бы проблематику, то есть чтобы развитие железной дороги, развитие автомобильной дороги и моря, они были сбалансированы. Чтобы не было приоритету там дороги, а морские порты никого не хватает. Ну, у каждого есть свой приоритет. Вы знаете, что мы, моряки, хотели бы развивать дороги и железную дорогу, которая находится возле портов, да, там Мариуполь, Одесса, Николаев. А может быть, для государства в целом, естественно, нужно оценивать и необходимость развития интеграции пассажирских перевозок с Европой, да, с Украиной, которая делает Укрзалезница, там, с Польшей, Словакией и так далее. Но чтобы сбалансировать вот эти интересы, вот на сегодняшний день уже по министерствам согласуется именно стратегия развития всей галузи, да, до 2038 года, в которой мы учитывали вот эти все моменты, чтобы сбалансировать вот, вот это развитие по всем трем модальностям. Круто, насправді, що є вже ця візія, це бачення, ось ця стратегія, і що в міністерстві, до речі, чують, нові команди.
команді це також дуже добре. Про концесії, про приватно-державне партнерство, тому що часто в українців є якийсь такий стереотип, що концесія – це приїдуть іноземці, куплять порт, заберуть стратегічно важливе якесь підприємство і все, будуть там собі на свій розсуд щось робити. Розвіюємо ці міфи, насправді, що закон про концесію сьогодні дасть всій Україні і, зокрема, перш ніж ми поговоримо про Львів і Херсон порти. Спасибо за вопрос. Ну, я начну, наверное, с самого главного. Самое главное, что сам принцип концессионного как бы договора не подразумевает то, что государственное имущество переходит в собственности частного субъекта. Государственная собственность остается собственностью государства. Более того, все то имущество, которое будет построено в процессе, в сроке договора именно концессии, тоже остается за собственностью государства. То есть это основной принцип именно самого концессионного договора. Возвращаясь как бы обратно, почему мы так заинтересованы как бы в этом договору, в этому проекту и законопроекту по концессии, это, наверное, то, что концессия – это определенная форма государственного частного партнерства. Как я уже обозначил в начале нашего разговора, есть проблема как бы с госсегментом именно государственных сетевых товаров. Именно так. Теряет конкурентоспособность, снижается цена, нужно что-то с этим делать. Нужно привлекать инвестиции, привлекать инвесторов. И если мы смотрим, как это происходит по миру, и наши консультанты с Банка реконструкции и развития, как бы, с Международной финансовой организацией, они поддерживали эти проекты, они выделили техническую помощь для того, чтобы разработать этот проект, в котором суть которого, это по примеру в других странах, вот конкретные активы государственных инвестиционных компаний, они по договору, по договору концессии передаются как бы именно в управление с определенными критериями частному субъекту. И вот анализ этих критериев и условий, он выгоден и государству, как бы, и инвестору. Потому что сегодня все-таки я бы хотел обозначить, у нас довольно хороший во-первых, уже портфель текущих инвесторов, которые сегодня у нас работают из агросектора, из металлургии, портовые операторы сильные именно. И я считаю, что инвестиционный климат у нас в порту очень хороший. Поэтому мы надеемся, что в этих концессионных договорах будут частные инвесторы, которым эти условия как бы будут приемлемы, и они зайдут именно на реализацию этих проектов. Часто в информационном просторе мы чули, что самое от першими Ольвія и Херсон мають дати в концессию. Кому, як, який механізм, взагалі, як це буде відбуватися, передача в концесію, які етапи? Да, ну, во-первых, я бы хотел обозначить еще одну очень важную вещь. Я уже об этом говорил, что основа проекта – это концессионный договор, по которому как бы есть определенные условия со стороны государства и со стороны инвестора. Я бы хотел обозначить, что сегодня, к сожалению, например, в других портах у нас есть отсутствие таких договоров, и мы очень надеемся, что после корпоратизации мы тоже дойдем в других проектах. Но важность этих договоров, в том числе в концессионных, составляет в том, что есть конкретные условия, которые на себя берет концессионер, как частный субъект, которому в управлении передаются конкретные активы. В этих двух пилотных проектах, наверное, я бы хотел обозначить следующее. Первое – это то, что нужно привлечь определенную сумму инвестиций в одном или в другом порту. В одном порту – это в Херсоне 8 миллионов долларов минимум, минимальная как бы сумма. В порту Ольвія – это 57. Второй момент – это уплата фиксированного концессионного платежа. То есть каждый год по плану в державну казну, в державный бюджет, соответственно, контракт, уплачивается сумма, которая составляет в Херсоне минимум 300 тысяч долларов, а в проекте в порту Ольвія это по году составляет 3 миллиона долларов. Соответственно, как бы это те фиксированные минимальные условия, которые должны быть выполнены. Еще условия, которые, я считаю, очень важны именно для Украины, именно для портов. Поскольку, как я уже говорил, ситуация с реформами с 2013 года была плохая, и, к сожалению, ни один специализированный закон морехозяйственного комплекса не был принят за этот период. А как можно делать реформы, не принимая как бы закон? Законы.
Поэтому, к сожалению, в этих 13 стивдорных компаниях на сегодняшний день государственных мы видим недостаточный уровень инвестиций, то есть эффективность работы довольно низкая и избыток персонала. Поэтому в конкретно этих условиях было обозначено, что социальные гарантии всех сотрудников на минимум 5-летний период должны сохраниться. Залишаются працівники працювати там, де були. Именно так. То есть, соответственно, и четвертый, наверное, момент, который немножко связан с тем, что я сказал, что у местных властей нет интереса на сегодняшний день, мы этот вопрос решили таким образом, что обозначили определенные условия в каждом из этих пилотных проектов, что инвестор должен сделать для местных властей. Уплатить паевый платеж, реализовать экологические вопросы и, естественно, вот закрыть вот этот финансовый вопрос. Поэтому, как бы, это основы вот этого проекта, и мы надеемся, что, естественно, он будет успешный. По срокам. На сегодняшний день мы можем четко дать как бы информацию о том, что по пилотному проекту в Херсоне уже пошел первый срок. Это подача документов на приквалификацию и с последующей как бы подачи документов уже на тендерные как бы условия с условиями конкретного субъекта в течение 60 дней. Если мне память не изменяет, по Херсону это 6 декабря. И, соответственно, скоро мы ожидаем уже значит, последнее объявление по Ольве и тоже вот в принципе как бы этот срок. Дальше оценка предложений и будем, надеемся, выйти уже как бы на контракт по этим двум пилотным проектам. І, власне, я думаю, дуже буде цікавити глядачів, українців там в цілому, якщо раптом концесіонер не виконує якісь свої обов'язки, які прописані в контракті, так, раптом десь крок вправо, крок вліво, що абсолютно можливо, як закон передбачає таку ситуацію, коли, наприклад, якісь дії концесіонера, він там в бізнес заходить далеко, і вони шкодять, власне, державі, українцям, чи прописано там розірвання контракту, як це буде відбуватися, останнє питання. Ну, в контракті заложені, звісно, штрафні санкції. При неисполнении как бы этих условий контракт может быть прерван для того, чтобы как бы уже мы искали другого концессионера. То есть это коммерческие условия, в которых у каждых сторон есть определенные как бы обязательства. Например, администрация морских портов Украины со своей стороны берет обязательства по развитию порта, да, в общих как бы рамках, по углублению и так далее. А концессионер вот те условия, которые как бы я вам как бы сейчас озвучил, да, по финансовым платежам, по инвестиционной деятельности, да, то есть, например, в порту Ольви есть параметр в договоре, который говорит, что вот 57 миллионов инвестиций минимально для развития зернового терминала с минимальной годовым объемом перевалки 2 миллиона тонн должен быть построен не позже, чем 3,5 года после, значит, подписания контракта. И, соответственно, если этот срок, значит, в этот срок инвестор не укладывается, штрафные санкции, следующий шаг там прервать договор, и мы уже ищем как бы другого инвестора. И более того, что хотелось бы обозначить тоже для телезрителей, что в чем как бы мы видим улучшение этого договора? Во-первых, договор полностью соответствует международной практике. И это показывает, что интерес клиентов, в том числе международных, не только и местных инвесторов, и зарубежных, он уже существует, потому что есть понятные условия. Закон о концессии тоже был уже, мы имеем закон в новой редакции. Предыдущий закон был в 1999 году принят. Но, к сожалению, за этот весь период мы не находим не то, что позитивных сделок. Сделок нету вообще. Соответственно, вот эти отношения, которые касаются, как должен быть управляться процесс, кто может заявить концессию, кто есть концедатель, в каком суде, там в этом ключе мы говорим по поводу арбитражном, рассматривается. Гарантии, да, гарантии как бы с другой стороны, они сегодня присутствуют. И мы очень надеемся, что в ближайшие дни президент подпишет вот уже одобренный во втором чтении договор. И мы начнем уже, продолжим как бы вот эти наши пилотные проекты. И нужно сказать, наверное, спасибо и президенту, и уряду, и министру, что именно портовая галузь и именно наши порты, я как бы очень как бы рад этому, были выбраны не только как пилотные проекты в нашей отрасли, но в целом как бы по Украине, потому что закон, он же не только для портов, закон, он для всех. В целом, для всех, всей галузи. И если, например, в прошлом
прошлом законе, там, который был принят в 1999 году, был четкий перечень именно тех сфер, которые сегодня, которые тогда могли бы быть направлены на концессии, то сегодня этот перечень гораздо шире. Супер. Мы говорим по поводу портов, аэропортов, железной дороги. Значит, любое направление, там, кроме тех, которые обозначены в зону, которые где нельзя как бы передавать концессии, которые связаны с обороной и так далее. Это очень большие возможности для привлечения инвестиций и непосредственно, конечно, в портах, которые так нам нужны. Сподіваємося, що все-таки ефективно запрацює цей закон. Ви подякували і президенту, і уряду, і парламенту. Ми подякуємо вам, що ви прийшли до нас і розказали дуже реально важливі речі і для морської галузі в цілому. Дякуємо вам. Дякую, Діана. Райві Свецька-Ганс, керівник адміністрації морських портів України, був нашим гостем. Далі буде дуже цікаво. Залишайтеся з восьмим. Нікуди не йдіть.